теперь представляю вам совместное видео с Жанной из Германии. Ссылочка на канал Жанны будет под видео и вот здесь в подсказке. С вами Ольга Швец. Если вы случайно попали на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. А сейчас я расскажу вам о своих любимых средствах. И не только любимых, а вообще о первом знакомстве с этой косметикой. Что я ожидала, какие ожидания оправдались, какие нет. Стоит ли она этих денег. И, конечно, очень бы хотелось узнать, сколько накручивают перекупщики. Это не то, что весь апрель никому не весь. Сегодня 5 апреля. Но, мальчики и девочки, то ли это профессиональная косметика, то ли это эконом, то ли это что. Давайте уже разберемся. Настало время удивительных историй. Я услышала, разумеется, об этой косметике на Ютубе. Немного заинтересовалась, ну как-то так, без фанатизма. Заказала несколько продуктов, которые частично меня удивили, частично вообще не удивили. Но я могу сказать сразу, ничего не разочаровало. Это уже огромнейший плюс в этой косметике. Что касается моей коллекции, она небольшая, вы ее сейчас видите. Все, что в нее входит, это база под макияж, база под тени, набор для бровей, который состоит из 2 оттенков, а также сопутствующих принадлежностей, прозрачный гель для бровей, который я сделала оттеночным, добавив туда просто-напросто пигменты mac рассыпчатые, пудра Prime and Fine, пудра хайлайтер, вот, которая вот здесь, как обещают на упаковке, Luminous Glow, то есть глянцевый такой, ламинирование в некотором роде. В общем, с глянцевым отливом. Тени. Вот такая вот оранжево-золотистая однушка. Точилка. К сожалению, пришла зеленая. Я очень хотела такую бело-черную. Она бы мне как раз подошла в кейс. Но вот зеленая, она мне цепляет глаз, потому что вот зеленая, она мне дома лежит. Кстати, как видно, что она в пользовании. Есть еще лимитированная небольшая кисточка, которая может быть так же, как и кисточка для бровей, также вот и погнута для того, чтобы рисовать стрелку. И давным-давно бегала, просто носилась, искала, ждала, хотела. Именно фотофиниш 18 часов стойкости, вот как бы да. Вот это все мои косметические продукты. Подробнее о каждом из них я вам расскажу и покажу в свотче. Все мои продукты косметические Catrice я купила в Иркутске. У них есть каталог, на котором вы можете купить косметику. Называется Ирмаг. Ссылочку я оставлю под видео. Вы можете пройти, зарегистрироваться по этой ссылке и со временем, став постоянным покупателем, иметь значительные скидки. То есть от 3 до 10%. Итак, что же это профессиональная косметика или косметические продукты для обычных женщин? Очень интересный вопрос. Честно говоря, в руках неумехи любой профессиональный косметический продукт превращается в ерунду какую-то, не сказать еще хуже. Вот. А в руках умеющего человека и обычная эконом-косметика становится чем-то волшебным, и макияжи становятся прекрасными. Поэтому я бы не рубила с плеча, что хотелось бы сказать и вообще что хотела бы я показать в первую очередь. Это сайт косметика Catrice, я на него зашла, немного полистала и сняла это на видео. Я не знаю, запрещает ли это YouTube, является ли это чьей-то чужой интеллектуальной собственностью, но мне хотелось бы просто показать, как люди позиционируют свою косметику, насколько вкусно, насколько красиво, насколько модно они преподносят свои косметические продукты. я могла бы посоветовать то же самое сделать отечественным производителям, которые зачастую просто вот, ну, не заморачиваются. Может быть, у нас такая жизнь безумная, но мне кажется, что косметика должна действительно выглядеть вкусно, красиво, нарядно, как-то преподноситься, как нечто волшебное, концептуальное. И вот в данном случае мне хотелось бы, не знаю, там, снять свою бейсболку и раскланяться перед теми, кто действительно это делает с душой, с умом. И самое главное, действительно, я услышала у Жанны тему о лимитированных коллекциях. Вообще любая марка, любой бренд выпускает лимитированные коллекции. Для чего это делается? Для того, чтобы соответствовать духу времени, для того, чтобы в линейках появлялись модные продукты. Я никому ничего не указываю, и я никого не заставляю пересматривать свои взгляды. Но на самом деле лимитки, они важны, потому что, создавая лимитки, вы можете методом, не знаю, научного тыка, проб и ошибок изобрести что-то потрясающее. Потому что, когда, не знаю, годами выходят одни и те же крема, одни и те же помады, одни и те же туши, это напрягает. Это не то чтобы напрягает, это просто надоедает, и человек уходит туда, где ему веселее, интереснее, и что-то могут предложить еще. Учитывая, насколько разнообразен косметический мир, учитывая, насколько разнятся цены в Европе и здесь на эту косметику. В Европе эта косметика, я не думаю, что относится к разряду люкс, но люкс — это вообще какая-то отдельная философия, на ее тему можем поговорить, если вам это интересно, если вы хотите выслушать мое реальное мнение относительно люкса. Что касается Catrice, по цене это где-то ориентировочно в пределах от 160. Средняя цена где-то 270 и максимальная цена 380 рублей на данный момент, это в пересчете евро. Вот, на сегодняшний день. То есть косметика доступна для всех, доступная и интересная для тех, кому она нужна и необходима. Что касается моих продуктов, если вам требуется подробный обзор, девочки, я даже слышала, что кто-то говорит, что вот я взяла базу, я даже не знаю, что с ней делать. Реально, я была на канале своей подписчицы, она начинающий блогер, там буквально у нее всего пока 25 подписчиков. И я у нее услышала фразу: я не знаю, что делать с базой. Боже мой, спросите у тех, кто знает. Я вот реально знаю, что делать с базой, но я просто не знаю, насколько это вам интересно. Если вам интересен обзор подробной косметики Catrice, я могла бы сделать подробный обзор ее. И я хотела бы очень обратить ваше внимание на этот бренд. Если есть вопросы, то задавайте без проблем. Девчонки, если это вам интересно, я могу реально подробно ответить. Как сформировать кейс визажиста начинающий, как из обычных вариантов косметических сделать то, на чем вы сможете реально работать. То есть во мне на самом деле огромнейшее количество знаний, но я не знаю, нужно ли это вам. То есть молчание под видео, либо там небольшие какие-то комментарии самых активных пользователей, они не дают мне вот этого ощущения, что вам это нужно и необходимо. Для меня, разумеется, важен каждый из вас, и важно, что вы хотите видеть и знать. Вот, что касается обзора, это нормальные косметические средства, нормальной стойкости. Мой любимейший фаворит из всего, что вы видите сейчас, это база под тени. Жанна, большое спасибо, что откликнулась. Я прошла по всем твоим ссылкам, посмотрела, убедилась. И я могу сказать, что перекупщики не так уж много накручивают, учитывая, какие налоги, учитывая транспортные расходы из Германии и до Сибири достаточно далеко. И еще что касается того, где косметика делается. В Италии, там частично Catrice делается в Италии, частично в Польше. Я скажу вам по секрету, Фаберлик тоже частично делается в Италии. Тут, кстати, еще собачка у меня во сне, что-то ей приснилось, она там начала разговаривать. А вообще, девочки, я буду реально рада вашим комментариям и вопросам. Всего хорошего, пока. Жанна, привет тебе и большое спасибо, что откликнулась на мою просьбу. Надеюсь, это видео вам понравилось. Оно было информативным, честным, правдивым. Всем всего хорошего, до новых встреч, пока-пока.